Toyota выпустила последний экземпляр седана Mark X. Эта модель имеет богатую историю. Она выпускалась с 1968 года и сменила 11 поколений. Официально марки никогда не продавались на российском рынке, но поддержанные праворульные машины широко распространены на востоке страны. Родоначальником семейства стал седан Toyota Corona Mark II. За 51 год выпущено почти 7 миллионов автомобилей, однако в Японии продажи больших седанов упали до минимума, поэтому Марк отправлен в отставку без наследника.